Доброе утро. Вчера еще вечером на Даше приходил массажист. Вот она предложила, говорит, после нее он может нам еще сделать. И вот он сделал Наве часовой, мне получасовой. Ну так как у меня загорелая часть тела, мне только на спину надо было сделать на ноги. Вот. Наве вообще просто тоже в восторге, как делает. Круто. Типа там много сертификатов. Всякий хорошо, правильно делает. Ну, мне нормально. Ну, мне аккуратно очень, наверное, делал, потому что из-за ожогов. Наверное, вчера хоть немного разгрузилась, отдохнула. В магазин съездила. Весь папайя. Папайя, малыш. Ешь папайя. Чего не нравится? GoPro хочешь? В общем, курс подходит у нас к завершению. Скоро будет выпускной, где мы проведем такой созвон, пообщаемся по душам, вот, и будем прощаться. Но у меня подарок для первого потока был, это 6 месяцев сопровождения еще. Вот, поэтому кто в него попадает, а в него попадают те, кто выполнил домашние задания по модулям, которые... они хотят, чтобы я сопровождал, потому что нужно что-то сопровождать, то есть как наставничество, то есть вести там канал на YouTube или видеостоки, вот. Так как мы основное все прошли на курсе, и дальше нужно, чтобы было что-то сопровождать. Вот, вот так, кстати, выглядит специальная площадка, например, модуль 7 видеостоки, где ребята проходят домашние задания, делают, вот, и... Я проверяю со своими помощниками также. Также у нас есть в Телеграме вот группы разные. Ну вот у нас есть общий чат такой, где просто идет как бы общение между сокурсниками со всеми, со всех тарифов, например. И там мы можем делиться какими-то лайфхаками, какими-то новыми новостями тоже. Вот сейчас там все меняется стремительно, какие-то площадки новые появляются, далее там можно это все обсудить. Подпросить тоже там кого-то подписаться, найти, может, кого-то, как для удаленной работы, например. Ну и мини-чаты у нас есть там вот мой мини-чат с моим наир-тарифом, личное сопровождение. Там у нас есть и два еще чата у нас есть, мини-чаты, вот, с помощниками уже, которые тоже помогают. Вот, и, ну, вот так и выглядит... Например, урок. Вот тут все ссылочки, наверное, есть описание и домашнее задание. Вот. Там смонтировать ролик под текст, который я написал, можно сделать под мою озвучку. Вот. Это мы формировали такое так называемое стоковое мышление. То есть хочу показать, как заказчик видит и что нужно заказчику. То есть представить себе на месте заказчика и сделать там под мой сценарий, например, ролик скачать со стоков бесплатно. Ну, в демо-версии, и сделать ролик. Вот, да, урок, какая-нибудь заставочка. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Дмитрий, ваш любимый учитель. Давайте приступим к объемному упражнению. Кто может определять, вот здесь, что... Здесь можно замедлить скорость, увеличить, когда нужно. Уроки сделаны так, чтобы они длились там не дольше 20 минут, чтобы можно было легко проходить, переходить к следующему и запоминать, где вы находитесь. Вот, например, да, ученица первая, кто сделал. Наш мир очень разнообразный. Ролик очень быстро сделан. Множество разных народов и культур расположилось по всему земному шару. То есть они под мой голос и музыку, наверное, сделают видеоряд. Африка, Австралия и Антарктида. Чтобы понять, как работают стоки. Я потом вижу домашние задания у себя в кабинете. Присылают сразу готовые работы. Вот, я пишу свои комментарии. Могут другие пользователи тоже. Вы можете оставить коммент, чтобы все видели, вот, и тут как соцсеть получается, и могут люди тоже комментировать, другие ученики. Скоро будет также открыт новый поток, новый курс и так далее. Ну, в следующем выпуске я расскажу, когда будет бесплатный вебинар, где откроются, в принципе, продажи, вот, можете посмотреть.
А даже если вы не хотите там на курс идти, а просто узнать, там будет много полезной информации. Но в следующем выпуске я расскажу подробнее. А пока вы можете подписаться на мой телеграм-канал, я создал тоже, чтобы не потеряться туда. Я тоже публикую информацию там и по курсу и так далее. Также в ВКонтакте страницу я создал тоже, там я вообще статьи туда пощу, ну и Яндекс.Дзен, в принципе. Кто не подписан, кому удобно быть в Яндекс.Дзене, вот все ссылки будут в описании, вот, так что не теряйтесь, ну и там устанавливайте себе VPN и так далее, на всякий случай, на случай блокировки Ютуба. Всем спасибо, да, тоже за поддержку, за комментарии, за подписки в другие соцсети, вот это нам очень помогает. Ну ладно, погнали дальше. Все, поехали мы в то жилье, в горах, на трайсикле. Будем контракт подписывать. Хочу Нави, чтобы с хозяйкой поговорила, чтобы там все ясно было на своем языке. Поедем на автобусе. На байке неохота втроем ехать с ребенком так далеко. Юрчик, ты что, сидеть хочешь? Так, нам надо поймать автобус. Полный. Чего ты тут нашел? Not dangerous. But I noticed beach will tired. Anyway. Да, что-то тут у нас закрыли сегодня. Ты чё? Поехали? Hi. Yeah. 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 Ну, сейчас как бы большая. Не, я тебе сюда. А, малыш. Ты чё? Куда приехал опять? А? Да я не знаю, все думаем, никак не решимся. Просто мы сейчас не будем постоянно ездить куда-то. Mm-hmm. Типа возьмем, она будет стоять. Нет, но с другой стороны, по-моему, в районе 2 стоит, а на месяц в районе что-то 30, наверное. 25. Ну, 25. 25 хорошая цена. Mm-hmm. Если 25 есть. Андрюк, сколько тебе предлагал? Вот он сказал как раз. А, 25 хорошая. Типа, да? Говорит, обычно 30, но сдам тебе за 25. Меньше 30, да, то я найдешь. Да, и мы сейчас оттуда считает Наташа. Все автобусы полные, джип не полный. Ну, сели на трассик вроде. Mm-hmm. Да, и Юрчик, он сразу, короче, отрубает. Ему прям этот звук, ну, вроде громкий, а он прям... Рожденный все-таки во Вьетнаме. Трассик ли хорошо поспал? Чего хочешь теперь? Камера. Все, малыш, пойдем. Так, здесь охрана есть, видеонаблюдение, все дела. Так, тебе нам надо транспорт найти. Ну все, мы, короче, договорились. Хозяйки, вот она здесь живет, через дорогу. Не договорились, контракт, короче, подпишем за цену, которую вот 18 тысяч, это почти 400 долларов. So bright. В месяц. Вот. Ну, это сейчас цена хорошая, пока туристов нет. He wants так to она, sit. Оно было за 700 Just like долларов that, baby, раньше. Don't sit down. Она, кстати, его продает за 25 миллионов песо, это 500 тысяч долларов. Yeah, we'll bring him up. Но это довольно-таки долго оккупация будет, я почитал. Это год придает 15 тысяч долларов, получается 35 лет надо. Ну, кто-нибудь из Америки, может, приедет, для кого-то небольшие деньги, не знаю, и купит, может, да, он на продаже стоит. Ну, единственный минус, это будет в контракте. Как его продадут, нам, может, дадут 3 месяца, ну, дадут 3 месяца, чтобы мы выехали. А также, возможно, его будут дальше продолжать арендовать, если ну, новый собственник продолжит, скорее всего, сдавать в аренду. Также я покупаю сразу все необходимое у Стаса, то, что у него осталось.
за сколько, $600, но там много всего. Микроволновка и всякая утварь нужная. Вентилятор, там телек тоже. Такой здесь местный парк Валенсия. Что-то все равно сегодня жарко даже в горах. Это горы считается. Все равно жарковато. Взяли номер у этого троциклиста. Вот он прям рядом живет. Будем еще ему звонить сюда, приезжать, пока машину не купим. Надо машину, да, чтобы далеко ездить, на море. Еще идея была за $100 какое-нибудь жилье снять, которое типа как у нас было в Баконге. И туда просто иногда приезжать на несколько дней на море. Просто там жить прям постоянно с ребенком некомфортно. А вот просто иногда, да, малыш? Иногда можем приезжать и купаться просто, и все. На несколько дней и оставить там ласты, дайверское какое-то снаряжение, может. Пойдем, вон птицы, смотри, такие, да, там птицы, птицы. Я говорю, что, птицы, голуби вот эти, что ли? Тоже мне. Типа, вау, птицы. Наверное, ходила в России, их все снимала. Это редкость. Эта девушка, если что, занята. Не пишите, не спрашивайте ее номер. У нее муж. So this is it here. This is the plaza. The Christmas tree here. The Christmas tree during Christmas season. Скоро Рождество, в сентябре. Все, будем есть здесь, в парке. Нави сейчас что-нибудь купит. Гриль какой-нибудь. Так. Ой. GoPro, ура, ура. $1.5. И это все за меньше, чем за $3. Курица. Where's his banana? In bag. I watched already. This I bought for your chick. 70 pesos. Your chick, this is for you. Look at you. You don't have a shoes. There you go. Small. Hello. Maybe you can. You can. Maybe you can change. I had this before. My siblings had this before. It's big. This is original Filipino shoes. Filipino shoes. Every Filipino kids have these shoes. Little dirty, but it's so hard to put this. Okay. Can you bring baby? Oi.
все, мы дома. Обратно мы на двух этих трасиках подешевле вышло. Туда мы просто 10 баксов стоило. Обратно долларов 8 получается пополам подешевле. Юрчику нравится Star Apple, это яблоко. Чё? Какое яблоко? Star Apple. Это яблоко. Сметанное яблоко называется. Сметана. Yeah, it's in Russian word. Сметанное яблоко. Really? Star Apple? Yeah. It's like сметана. But does it taste like сметана? Я думаю, если я уже день все равно потратил, искупаться может еще в бассейне. Купаться? Ой, you're a baby, Ламук. Look, he's excited already. He wants to jump. Давай! Woo! Woo! So happy. He's so happy, look. Ура! Ура! Where is Papa? Пикабу! Смешно. Пикабу! Пикабу! Где мама? Пикабу! It's not cold, I thought it's cold. Решил посмотреть рассвет сегодня. А, на Филиппинах почему-то автоматически часы перестраиваются так, что я встаю с рассветом. Вот, и ложусь после заката, чтобы... Ну, мне это нравится, застать максимально световой час. От начала дня до конца, как бы ты застаешь полностью день световой и больше энергии. Ребята еще спят. Я что-то в 5 проснулся сегодня. Все раньше и раньше. Здесь вон птицы. Ездить. This is the real life in Philippines. Еще жарко. Да, мы не хотим с Юрчиком на мотоцикле ездить далеко. Фу, дышать нечем в этих масках. Все. Наташа сказала, что вот на большой машине, на
пикапе 300 песо выходит. Дизель. Но билет на автобусе все равно 100 песо вот в одну сторону было на двоих. Поэтому не... Ну и самый дешевый это байк, но байк нам не подходит. Поэтому надо покупать машину. Да, но там, где мы будем жить, там все близко на самом деле, ближе. Единственное, до моря, да, тоже надо ехать. Да, и там можно на автобусе ездить. Такие домики тут. Yo, what's up, yo? Welcome to our house, yo. This is your Ryan. I'm Navy, and we're gonna do some rock today. Yo, what's up, yo?